Парфенова Анна с песней «Повертайся живым». Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. За свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Та зима наче пекло, димлячі барикади. Він лише пам'ятав слово мати: «Повертайся живим! Повертайся, благаю! Повертайся живим! Благаю!» Чуєш, любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю: «Повертайся живим! Вертайся живим! Вертайся живим! Живим. Юний хлопчина, він добре засвоїв, ворогам прямо дивлячись в очі. Щоб діти сміялись, було мирним небо, світ треба почати міняти себе. Пишаюсь тобою, як пишається мати, я вклоняюсь і тихо молю: «Повертайся живим, повертайся, солдати, я благаю, вертайся живим». Блокпости, БТРи, в руках автомати. І з'явила з новинами мати: «Повертайся живим! Повертайся, благаю! Повертайся живим! Благаю!» Чуєш, любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю: «Повертайся живим! Повертайся 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 живим!» Ранком втомленим, коли мир все ж не стане, коли стихне розлючений тим, і з розпахнутим серцем обіймеш силу мати. Я ж казав, повернуся живим. «Повертайся живим! Повертайся, благаю! Повертайся живим! Благаю!» Чуєш, любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю: «Повертайся живим! Вертайся живим! Вертайся живим! Повертайся живим! Повертайся живим! Повертайся живим! Повертайся живим! Вертайся живим! Вертайся живим! Повертайся живим!» Няня, скажи мне, сколько времени ты эту песню поешь? Я понимаю, что она уже полтора года уже. Ну, эту песню именно около полугода. Полугода, да?
Дело в том, что ты ее пела уже, но вот есть тонкости, нюансы. Ты до конца эту песню все-таки не прониклась. Во-первых, когда поешь, очень торопишься слога проговаривать. Понятно, не торопись, там еще много места есть. Немножечко отсинкопируй, оттяни, где-то какой-то образ создай. Потому что только за счет техники вокала можно из этой песни сделать произведение. Это весьма коварная песня. Она сложна интонационно. Там есть над чем работать. Когда такие песни берешь, их с ними надо не только аннотацию там, делать песню, но и полный анализ этой песни, как к ней подойти. Это первое. Второе. Здесь вот жюри приняло решение, что мы тебе даем звездочку и готовь новую песню, которая там есть у нас. Сегодня хотим тебя послушать. Да. Что у тебя в репертуаре еще дополнительно? В моем репертуаре, да? Ну, подойди сюда. Угу. Подойди сюда, звездочка получай к жюри.